Здравствуйте. В Чебоксарах проходит двухдневный тренинг Андрея Тесленко для собственников бизнеса. И сейчас мы узнаем мнение участников этого тренинга. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Спиридонов. Я генеральный директор ресторанного бизнеса. У меня 5 заведений. В подчинении находится порядка 200 человек. Вот. На семинар пришел по приглашению. Вот. И главная задача у меня была это структурировать мой бизнес. Да, то есть сейчас я полностью в операционке, вот, уделяю работе максимально возможное время. Что ты полезно узнал из этого тренинга? Полезно узнал мотивация. Я думаю, буду внедрять поэтапно. Подбор персонала очень интересный для меня оказался. Ну и структура, да, тоже по структуре, в принципе, интересную информацию я для себя получил. Что из этих знаний ты будешь внедрять? Так, ну я, наверное, повторюсь, я внедрю по подбору персонала обязательно мотивацию. Ну и то, для чего я пришел, это структура. Какие у тебя эмоции после этого тренинга? Эмоции трудно назвать положительными, но как, нет, не положительные, просто на самом деле много задач, много что нужно поменять, поэтому, как правильно сказать, задумчивый, наверное, у меня много задач сейчас, вот, так что они, конечно, полезны, в первую очередь они полезны, да.